Всех приветствую, сегодня поиграем с вами в убийственное противоядие. Сюжет игры заключается в том, что в будущем особый микроб заражает людей и заставляет их мутировать. Очень скоро миру, который мы знаем, настает конец. Ну и в качестве героини здесь выступает отважная журналистка по имени Джоди. Она занимается расследованием внутренними историями инцидента и находится в поисках легендарного противоядия. Так что давайте с вами сначала, наверное, переоденемся. Тут есть гардероб. Сейчас сделаем свою героиню. Так, что-то у нас тут. Ага, это у нас новости. Понятно, да. Да, кстати, у нас здесь с вами... Можно тебя закрыть? Во. У нас здесь китайский перевод. Локализация, конечно, здесь есть, но она очень-очень плохая. Ну, ладно. Так, давай посмотрим. Вот у нас есть одежда. Как вам такое? Я думаю, шикарно, да? Одежды у нас, к сожалению, больше с вами никакого нету. Вот это вот у нас вся с вами одежда, то, что есть на героине. Ну, наверное, пусть так и будет. Что по поводу прически? Краска для волос. Ага, даже так. Можем себе волосы какие-то сделать. Так, красные, как вам? Пусть героиня будет с красными волосами. Да, шикарно. Вот так, так. Что здесь у нас? Кожа. Давай смотреть на кожу. Даже не знаю. Ну, пусть будет... Не, чересчур загоревшая, да? Во, вот такая вот брови. Что у нас по поводу бровей? Давай посмотрим. Так, а ну дай-ка мне. Не. Пусть будет первое. Во, вообще шикарная подводка под глаз. Щеки. Щеки красные. Не, губы. Ля. Прям как в фильме «Ворон», помните? Тоже такой макияж был. Так, маникюр. Ну, пусть тоже будет красным. И татуировка. Угу, татуировка. А где у нас татуировка? На спине. Так, бабочка. Угу. А где показывается? А, где-то в запрещенных местах. Ладно, пусть, наверное... Во, пусть так сердечко будет. И форма тела есть. Давай смотреть. Не, я думаю. Думаю, будет перебор, да? Рукоблуды. Ой, мои маленькие, которые сейчас это смотрят. Так, а талия. И пусть будет такая талия. Все, шикарно. Сделали себе нормальную мадам, которая будет сейчас сражаться с зомбаками. Во, все. Предлагаю отправляться в офисные помещения. Поехали, ребят. Так, ход загрузки, продолжить. Простые задачи, стандартный, хардкор. Так, новое начало. Давай, наверное, с простых начнем, а там уже посмотрим, какие они у нас здесь. Во. Шикарно. Ага, у нас фонарик с вами есть, да? Во, отлично. Поехали. Да, запишу, наверное, одну серию эту игру, чисто как ознакомление. И больше не буду.
8 апреля 2033 год. Это 7-й институт биохимических исследований, входящий в состав чего-то там. Согласно логической отметкам, сюда отправляют образцы лекарств, вызывающие инфекцию. Теперь это место в беспорядке. Весь персонал должен быть эвакуирован. Я бы хотел найти какие-нибудь подсказки. Так. Ладно, давай искать какие-то подсказки. Аптечка, хорошо. Не, нам сюда не нужно. Идемте дальше. По поводу то... Впереди так темно, надеюсь, мы не столкнемся с чем-то ужасным. Я не знаю по поводу оружия. Есть ли тут оружие? Но по идее... Тихонечко. По идее должно быть. Ага. Можем перепрыгнуть. Шикарно. И чипипипунтун. Боже, черт возьми. Что это за место? Так, М, подсказка. Телефон, список дел. Соберите ценные подсказки. Хорошо. Жесть. Ой, я таки извиняюсь, мужчина. Так, ты кто? Топорик? Отдай. А-а-а, пожарный топор у нас теперь есть. Все, шикарно. И нож есть. Достал нож, режь, правильно? А давай, наверное, мы все-таки топор с тобой возьмем. Топор, я думаю, будет немножечко понадежней. Так, атакуйте голову зомби. До побачення. Дом достали, бля. Атака. Так, идемте дальше. Угу, попить мы не можем. А здесь нам нужна ключ-карта, правильно я понимаю? Ну да, ладно. Идем назад. По-моему, я знаю, куда нам нужно идти. Там была дверка, забитая досками. Что это? Вы видели по потолку? Тело ползло. Ёб твою. Все. Прекращай. Ты чего кусаешься? Ля ты крыса. Так, не. Вот, давай делаем вот так вот. Ну да, как я и говорил, эти штуки здесь разбиваются. Так, нам либо вниз, либо вот сюда. Значит, вниз, да? Так, С присесть. Хорошо. Так, несмотря на что, я должна найти доказательства. Да, вот тут такая вот локализация. Конечно, ни о чем, но что поделаешь. Так, бонжур. Так, здесь повсюду мутирующие люди, и они должны заразиться. Чем? Здорово. Все, до побачення. Здесь, наверное, тоже нужно будет пароль, да, какой-то ввести. Хорошо. А где этот пароль искать? Я пока мисс без понятия. И тут закрыто. Ага, 56-78. А ну. 56-78. Есть. Прикинь. А вот и пушка, ребята. Вот и пушка. Нужно будет посмотреть по поводу сенсей вот этой пушки. Ну, в принципе, нормально. 10 из 20. Ага, то есть ты ожил, да? Есть. Ага, здорово. Ты тоже, да, тут пришел? На дискотеку. Нет, давайте, наверное, пока мы попользуемся
топориком. Ну все, все, отдыхай, отдыхай. Оно тебе не надо. Воспользуюсь с вами топориком. Ну да, очень интересно, но ничего не... Ёб твою! Испугал... Испугал меня, падла. Так, а давай посмотрим, здесь дверка была закрыта. Так, а вот и ключ-карта. А вот и ключ-карта. Так, здорово. Ой, из еды вон у Лизы. Для. Все? Передумал. А где нам ключ-карта нужна была? По-моему, в самом начале, да, если не ошибаюсь? Да, конечно, вот этой игры оптимизация, мое почтение, вообще никакое. Ну, я думаю, для одной серии хватит. А там уже дальше сами смотрите. Не, ну, все-таки прикольно, что можно делать своего персонажа. Тем более вот такого вот. Синь-чунь-чунь-чунь-чунь-чунь-чунь-чунь. Да-да-да. По-любому, по-любому. А нас осталось, да, ключ-карта осталась. Так, используйте кровать, чтобы сохранить текущий прогресс. Ля, у нас новая одежда появилась. Так, вещи, боеприпасы. А как мне... На буковку М, да? Так, звуковая карта, подсказки. Непонятно. Ладно, мне пока месь... Давай, новый архив. Мне пока месь это, в принципе, подходит. Одежда. Думаю, другой нам не надо, правильно? Могу разломать? Нет, не могу разломать. Угу, отлично. И где-то здесь у нас была дверка, которую мы должны были с вами открыть. Погоди, а где она? А, я не туда пошел. Вот сюда вроде бы. Так, и тут что-то еще лежит. Так, блин, эти маньяки везде людей кусают. Они безнадежные. Только разбим голову, мы сможем их по-настоящему убить. Братья, не забудьте удариться головой. Не отпускай никого. Не забудьте удариться головой, братья. О, здорово. Ага. Ля ты. Крыса. А давай попробуем использовать аптечку. Сейчас в хорошем состоянии аптечка использоваться не нужно, хорошо. Использовать аптеку нам не нужно. Я просто не хочу тратить патрошки. Я уверен, что в дальнейшем они нам пригодятся. Лучше... Ёпта. Лучше, думаю, топориком, да? Поработать. Ага, здорово. Все, до побачення. Что это за снорки? Все, больше таких нету тут. Так, побежали. А у меня одежда рвется. Ля, ребят, я только заметил, смотри. Мне реально рвется одежда. Прикольно. Прям на топорик прилетело. Ага, то есть если у меня порвется сейчас одежда, то... А нет, это другая, погоди. А где моя курточка модная? И как мне переодеться? Я хочу переодеться назад. Здорово. А я могу как-то переодеться? А давайте нажмем Escape. Продолжить. Ход загрузки, перезагрузка. Вернуться в главное меню. Фоторежим. Или походим в этой. Ладно, давай в этой походим. Я реально подумал, что ну, здесь одежда рвется, но походу нет. Так, аптечка.
шикарно. А что это за зеленая штука сверху у меня светится? Это типа я заражен? Открой, пожалуйста, дверку. Я, наверное, тоже скоро стану зомби. Так, а мне сюда как-то надо пройти. А как это сделать? Здесь никак нельзя забраться. Не. Увы, но нет. Вот мне сюда надо, в эту дверку. Так, а как мне это сделать? Наверное, прыгнуть вот. Вот сюда. Ага, прыгнул, проверяй. Чупа-тапка. Чупа-кабра, ребят. Хорошо, давай сюда. Давай наверх. Ну? Молодец. Вот это я понимаю, вот это паркур на уровне. Ага. Так, Икс, убрать оружие. Будете быстрее бежать, хорошо. Чупакабра, давай. Не позорь меня. Блять. Ладно, ладно, допустим. Ну. Залезь, пожалуйста. Так, хорошо. Побежали, побежали, побежали. И... Опа, молодец. И теперь сюда. Да, ты шо, молодец. Ну? Дай мне оружие. Что там? Что случилось? Кому там плохо? Здорово. До побочения. Аптешка. Так, войдите и исследуйте комнату данных. Да погоди, там что-то происходит. Давай послушаем. Я думаю, ей хорошо там. Реально хорошо. Сука. Испугали. Испугали меня. Бей топориком, бей топориком. Нет, 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 нет. Ля, ты крыса. Ну все, тихо. Меня тут дети могут смотреть. Введите пароль. Так, нужно сначала найти способ найти пароль. Хорошо, что у нас здесь? Здесь открыто, шикарно. Давай берем топорик. Закрыть. Что это? Да ты шоля какая. Да, вот это мадам, вот это я понимаю. Боеприпасы, оружие, это мне не надо. Ты кто? О! Использовать. Угу, понял. Так, сохраниться. Есть, сохранились. Пошли дальше. Только единственное, меня напрягает, что... Вот здесь одежда меняется, а я не хочу. Ну все, тихо, тихо. Так, одежда. А, я могу убрать ее. Ёпт. Хорошо, верни, как было. Вот. Умничка, да? Все? Да. Так, вещи, топорик в руки. Угу. Единичка, вот так топорик. Ну, еще чуть-чуть, давай. Молодец. А здесь пароля нету? Блин, меня укусили. Бро, сделай мне одолжение, убей меня. Слышь, а ты случайно пароль не знаешь? Наверное, нет, да? Так, что у нас здесь? Ёб твою! Ля, падла! Ага, еще один. Все, 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 лежи, отдыхай.
Есть. Мы открыли с вами какую-то дверку. Это что у нас здесь? Контент был удален. Так, команда доктора Райан ушла. Я слышал, что с образцами... Хорошо, с образцами что-то не так, да? Здесь мы не пройдем? Нет, не пройдем. Ладно, пошлите вниз. А здесь пароль у нас какой? Вроде должно быть на стенке где-то написано, да? Или в комп... А давай посмотрим в компьютере, может. Так. Нету, нету. Так, все образцы упакованы и загружаются в грузовик. Так. Ага. К сожалению, пароля здесь нигде не написано. Ладно, пошли отсюда. Так, берем в руки топор и прыгаем вниз. Так. Здорово. Сколько вас тут? Давай по одному. Да. На, получи. Вилочкой в пупочек. Так, иди сюда. Достал нож, режь. Ля, какое бесполезное оружие этот ножик. Да, топорик сила, конечно. Ну все, не плакай, я скоро приду. Включить не могу? Нет, не могу. А может она не плачет? Может ей там приятно делает, как думаете? Я не знаю, кто это человек. В научном исследовательском институте находится много странных маленьких кокусиков. Каждый раз, когда их вижу, их мне становится страшно. Ну да, от маленьких кокусиков мне тоже было страшно. Так, пошли наверх. О, здорово. Как оно? Ага, запрятался, да? Отлично, шикарно. Ой, а вот этот прыгун мне не нравится. До побачення. Да, можно пользоваться, конечно, я думаю. Еб твою. Нет. Этим пистолетом, но. Но у нас мало патрошков. Все, пошли дальше. Мозги. Крушить. Все. Не трогай меня. Пожалуйста, уходи. Да, использовать. Тихо, погоди, я аптечку кушал. Ладно, давай возьмем ствол. Это что такое? Я таки извиняюсь, но... Это что такое? Что за поза? Нас же детки смотрят. Так, сюда зайти нельзя. Давайте пробежим в эту сторону. Откроем. Не, сначала карточку вставь. Ага, с таким же рисунком, да? Нам нужна синяя карточка, окей. Тогда пошли дальше. Давай смотреть, давай пошли дальше. О, бонжур. Минус один. Минус два. Ага, ля. Прыгун какой здесь. Ну, я думаю, нам вниз пока есть еще рано прыгать. Давай посмотрим, что здесь есть. Ага, видите пароль. А какой пароль? А, я без понятия. Ладно. Давай тогда вниз, правильно я понимаю?
Ой. Ударилась. Да, зайчик ударился. Так, сейчас мы сюда сходим. Давай посмотрим, что у нас с вами здесь есть. И тут тоже открыто. Так, по идее здесь значок. Мы собрали какой-то значок с вами. Пусто, пусто. Пароль, пароль, пароль. А пароля у нас тут нету, да? Жесткий диск. Похоже, он сломан, но внутри могут быть важные данные. Окей. Ты чего? Я бы, конечно, спрыгнул бы к тебе, посмотрел, что там, но... Как-то не горю желанием. Так, ага, мы тут, да, с вами? А пароль мы так и не нашли. Правильно я понимаю? И где мне его искать? Там не скажет. Так, мы с вами спустились откуда? Оттуда, да? Блин, может мне вниз нужно прыгнуть? А давай сохранимся. Ага, здесь не могу сохраниться. Так, ты кто? Хаешка, прикинь. А2, А2. Но это явно не пароль. Кто тут храпит? Хорошо, сохраняемся. Я где-то их слышу. Я их слышу. Вот иди, понял. Но нам явно не вниз, правильно я понимаю? Но это тупо будет. Я думаю. А здесь пароля я тоже не вижу. А давай попробуем, мы же сохранились, правильно? Может, нам сюда нужно, как думаете? Смотри. Опа. Да ты шо, ты умничка. Ага, закрыто. Открыто. Здорово. И давай тут что-то заберем. А тут у нас что? А тут у нас... Угу, кто-то идет. Давай. Здорово. А что у тебя на голове? Слышь, а ты откиснуть не хочешь? А что у тебя на голове было? А ну покажи. Кристалл. Прикольно. Так, закрыто. Здесь мы можем с вами присесть. И там еще дверка была какая-то. Ну, к ней мы, наверное, еще... Ёб твою. До побачення. Кто? Кто рычит? Так, а ну, и таки извиняюсь. Я пройду. Ага. О, а вот и потрошки. Вот и потрошки. Шикарно. Так, а где мы с вами вышли? И нужно ли нам сюда? Может, тут пароль где-то будет написан? Так, ты кто? Идентификатор. Местоположение может разместить на сцене. Используется для обозначения направления, чтобы не заблудиться. Да, мне это, в принципе, все равно. Все равно одна серия будет, так что даже если заблудимся. Ага, то есть мы тут с вами вышли, да? Да, помните, мы тут зомбака с вами убивали? Хорошо. Могу открыть? Могу открыть. Прикольно. Ладно, побежали. Нам дальше нужно вот в эту дверку, я думаю. Нет, серьезно? А почему? Что не так?
Так, аптечка и новый наряд, да? Рюкзак у нас есть. А ты шо, вообще шикарно. Ты кто? Так, дробилка черепов зомби. Не понял, но допустим. Ты где? А, здорово. Батя, нормально? Нормально, скажи. А, блядь. Еще не все. Еще не все, да? Понял. А дай кристалл, пожалуйста. Ну, навряд ли ж мне сюда нужно будет. Ну, да. Самое интересное, я пароль так и не нашел. А здесь у нас закрыто, к сожалению. А, открой, пожалуйста. Чтобы там не был бы. Так, а давайте попробуем. Понял, бесполезно. Явно не вниз, так что давай бежать вот сюда. Эта штука должна взрываться по-любому, я думаю. Так. Ага, значит, знаешь, что берем с собой? Берем топор. Ёб твою! Случайно нажал, испугал дядю. Кто? А, понял. Все, уходи. Крушить мозги. На. Вилочка в пупочек. Ножичек забрать не хочешь? А, ножичек у тебя с собой. А давай проверим хаешку. Прикольно. Так, что это у нас? Найти способ сбежать. Беги быстро. Выходи прямо. А, выходы прямо перед вами. Какие интересные там звуки. Я думаю, ему нравится. Говорит, Тёмой. Тёмой меня, говорит. Блин, какая ужасная тут сенса. А, не могу, ну да. Ну все, лежать. Открыто, отлично. Таблеточки, потрошки. А это что у нас тут? Новый наряд, да? Да, ты шоля, какие лосины. Не. Верни ко мне мои. А где мои штаны? Вот мои штаны, вот. Шикарно. Так, можно сохраниться, я думаю, да? Вот сюда. Погоди. Обувь, во. А то, чем мы там босиком ходим? Это что это мы с вами босиком ходим? Я ж сохранился. Вроде да, но не помню, если честно. Давай. Крушить. За монолит. Все? Успокоился. А тут у нас... Кто? Неужели где-то пароль должен быть? Ну, думаю, навряд ли. Хотя... Зная разработчиков, они могли куда угодно его засунуть. Так, по-любому, да, должна взорваться? Да. Шикарно. Так, в мужском. Есть кто? Угу, потрошки. Ну да, что еще может быть в мужском туалете? Как не патронным. Так, дай пройти. Закрыто. Нет, открыто. Ага, это мы открыли эту дверку. А вот и желтый ключик нам подходит. Шикарно. Заходим.
Где? Понял. Новый ствол, ребят, ля, револьвер. Да ты шо? А я таки извиняюсь, а мне бы пароль бы. Так. Брат, где ты был? Я слышал от своих приятелей в лаборатории, что у людей, которые используют для эксперимента, были проблемы. Это чертовски плохие парни. Боже, меня аж немножко аж привстал от этого. От ее аригато. Угу. Где же мне пароли искать? Неплохо так. Даже без понятия, где мне пароли искать. Ну да, мы вышли с вами вот здесь. Ага, а ты все там наслаждаешься, да? Я слышу. А тебе хорошо. Так, что у нас здесь? Консервы какие-то, аптечки. Ля, сундучок какой, да? А мне нужно просто включить энергию, наверное, я не знаю. Возможно. Так, а давай попробуем наверх еще раз залезть. Давай. Вот сюда сейчас пройти. Опа, молодец. Не-не-не, беги. Так, ты ж умничка. Так, если ваша линия обзора заблокирована, нажмите Т. Ага, понял. Та-та-та-та-та. Так, а где мы тут активировали с вами что-то, не вы не помните? По-любому нам нужно свет включить, только где его включить? Если бы я еще знал бы. Мы же здесь ничего не упустили с вами, правильно? Правильно. Так, ага, Саб-Зиро. На минималках. Честно, я даже хер узнать, куда я там дальше идти. Но я думаю, в принципе, это и не важно. В общем, и целом, ребят, решайте сами. Захотите, скачивайте игрушку и сами поиграйте, понаслаждайтесь этими видами и прекрасными звуками. Давайте для вас еще чуть постою вот так. Все, не забудь лайкосик за это поставить, если хочешь 10-часовую версию. Да, я жарю, я ее сейчас буду удалять, дальше я проходить ее не буду, не вижу смысла, не знаю. Мне игрушка не зашла, а вы там уже сами решайте. Я пойду что-нибудь другое поищу. Так что все, всем спасибо за просмотр, всем пока-пока, и до потом. Вот такой вот маленький, как говорится, мини-обзорчик и первый взгляд на эту прекрасную игру. Все, всем удачи.